В Твери снесут два аварийных дома. Речь идет о многоквартирных домах номер 4 по 3 Волоколамской улице и 12 по улице Серебряковская пристань. После обследования зданий межведомственной комиссии их признали непригодными для проживания. Два постановления о сносе домов уже подписал глава Твери Алексей Огоньков. Жильцам, согласно законодательству, должны предоставить квартиры для переселения. В срок до 1 октября жильцам этих домов должны будут прислать уведомление, после чего начнется процесс переселения людей. Сравнять здания с землей должны до 1 июля 2020 года.